прекрасное время я хочу представить для вас нашего драгоценного друга, подругу, пастыря. Они также с пастором Максимом основатели телеканала CNL. They are founders of a TV show CNL. Давайте мы теплыми, громкими аплодисментами поприветствуем и пригласим пастора Лариса. Она поделится с вами словом. Мы очень благословлены. We're so blessed. Спасибо за теплые приветствия. Thank you for all of your warm welcomes. Я приветствую каждого из вас на этом месте. And I really want to say hello to each one of you at this place. Для меня большая радость всегда быть здесь. And I am such a privilege to be here. Я очень сильно уважаю, люблю, ценю ваших пасторов. I really love and appreciate your pastors. Знаете, их теплота, их доброе, открытое сердце and their good, open heart является собой образ Иисуса Христа. It actually represents Christ. Я очень благодарна вам за ваше послушание Господу. For obedience to the Lord. И также, конечно, рада приветствовать каждого из вас, дорогие братья и сестры. Really happy to say hello to you, brothers and sisters. Так замечательно, что у Бога по всему лицу земли есть Его семьи. It's so awesome that all over this earth God has His family. Которые все вместе представляют Его церковь. They actually all together represent His church. Порой одна семья абсолютно не похожа на другую. Many times one family is so not like the other family. Это как цветы. It is like flowers. Не похожи друг на друга. They not really look alike. Но вместе они составляют прекрасную композицию. But together they really look awesome. И нам не нужно быть похожим на кого-то. We don't need to be look like someone else. Каждый из нас индивидуален. Each one of us are so unique. И каждая церковь индивидуальна. And every church is very unique. И слушают своего Господа. They're listening to their Lord. Вы согласны? Are you agree? Аминь. Это так. Это прекрасно. Осознавать себя в том месте, куда тебя посадил Господь. It's really awesome to understand that you're in the place where the Lord planted you. Я хочу вам передать большой, большой пламенный привет от пастора Максима, моего супруга. I'd like to say big hello from Pastor Maxim, my husband. От пастора Веры. And also from Pastor Vera. Она сказала от меня особенный пламенный привет. She wants to say поэтому примите ее приветствие, она вас очень сильно любит. Hello from her. She loves you all very much. А также передаю вам большой привет из Казахстана. And also from Kazakhstan. Возможно, вы слышали о нашей ситуации. You probably heard about our situation. С моим супругом. What happened to my husband? Церковью. And in our church. По причине того, что в Казахстане был изданы определенные законы, которые усилили гонения на верующих. Because they made a law in Kazakhstan that they start prosecuting a lot of Christians. Церкви не закрыли. They did not shut down the church. Некоторые закрывают. Some of the churches they were able to shut down. Но, например, наша церковь, она не закрыта государственным правительством. They did not shut down our church. Но она была подвергнута, скажем так, жесткой проверке. But they went in and searched жесткому давлению. But a lot of unjust pressure. Во всех средствах массовой информации. Where all of the information and all the media, интернет, газеты. Newspapers. Говорили плохие вещи, говорили, назвали нас, вы знаете, как нас называют, сектантами. Kind of names. Говорили, что мы оказываем влияние на людей, что люди, они ходят как зомби, что они поддаются гипнозу. Like и всякие вот такие разные разговоры. Также было возбуждено два уголовных дела. Первое из них касалось финансов, которые мы жертвовали на благотворительность. Нас обвинили в том, что мы какие-то якобы что-то нарушили. They were really blaming us because it looked like на самом деле все ничего не нарушалось. But we did not really do anything, but they tried to blame us. И второе дело было воздвинуто на несколько человек, в том числе на пастора Максима. And the other thing they were trying to go against us for a couple other people and Pastor Maxim. Якобы по обвинению в нанесении ущерба здоровью людей. Because they were blaming him for causing health issues. Якобы после молитвы с возложением рук. Especially when he's laying his hands on people. И по этой причине пастор Максим сейчас пока не может быть в Казахстане. And for this reason, Pastor Maxim cannot be in Kazakhstan. Вот, но мы молимся. But we do pray. Церковь продолжает собираться. And the church continue to get together. Дух Святой двигается. And the Holy Spirit is still moving.
Идет очень хорошее потепление в плане по отношению к государству, правительству, церкви. Мы видим результат молитв. We do see the results of our prayers. Хотим поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этом. And I want to say thank you to each one of you. Кто ходатайствовал нас перед Богом. Prayed before the Lord for all of us. И если вам не трудно, продолжайте еще ходатайствовать. If it's not too hard, please. Потому что мы верим, что для Казахстана дверь пробуждения не закрыта. And we believe that doors of revival for Kazakhstan has not been shut down. И если бы вы оказались в той атмосфере, вы бы почувствовали, что Дух Святой двигается. If you would have been in the atmosphere, you knew that Дух Святой дает нам пророческое слово. He gives us a word of prophecies. Что лучшее время ждет нас. That the best times are still coming. И можно видеть, как люди воспряли духом. And we could see that people were lifted up in the spirit. И продолжается прославление Господа. And we're still praising the Lord. И люди приходят и спасаются в церковь, несмотря на то, что нам запрещено какая-либо реклама, какая-либо раздача на улицах. Мы продолжаем дело Божие, и люди приходят и обретают спасение. Слава Господу! Бог велик, и Он не закончил с нами. И сегодня я хочу поделиться немножечко словом с вами, чтобы мы обратили свой взор к Священному Писанию. Прежде чем мы посмотрим одну историю, которую я сегодня хотела бы с вами вместе вспомнить, давайте немножечко подумаем о себе. Let's just think a little bit about ourselves. Как Бог возлюбил, мы говорим, Бог возлюбил этот мир. We say God loved this world. Но в этом мире находится каждый человек. But in this world there is each individual person. И каждый человек индивидуален. And each one is very unique. Каждый находится под Божьим взором. Each one of them are under God's eye. Возможно, иногда мы думаем, что мы забыты. Sometimes maybe we think that we've forgotten. And where God почему Он не отвечает? And why he's not почему answering? Я Его не чувствую? Why I don't feel this? Но Бог никогда от нас никуда не уходил. But God never left anywhere. И недавно я молилась за свою семью, and за своих детей, и у меня были определенные переживания. And for my family, I was и мне Дух Святой очень нежно напомнил такую простую фразу. Something about someone. Бог знает нас и снутри, и снаружи. God knows us from inside and out. Порой мы смотрим друг на друга. Something about someone. Бог знает нас и снутри, и снаружи. God knows us from inside and out. Порой мы смотрим друг на друга. Sometimes we're looking at и, конечно же, мы видим только внешнее. Of course, we just see the outside. Мы видим лицо человека. We see face мы видим of его поведение. We see their behavior, его реакции. And their reactions. И порой мы ожидаем от человека каких-то успехов, каких-то достижений, kind of big things that и восхищаемся тем, что что-то произошло в его жизни, он поделился. Но мы с вами не знаем, какой процесс проходит в жизни человека, который рядом с нами сидит. We don't know what kind of process in life. Мы не знаем его внутреннюю жизнь. We don't know their inside life. Точно так же, как нашу внутреннюю жизнь, никто не знает. Same way that no one knows our inside life. И большая часть жизни and most of the part проходит of life, внутри. It goes inside of all of us. Кто из вас порой внутри сам с собой разговаривает? Who's talking to themselves inside? Мы вспоминаем какие-то прошлые события, и все это проносится в нашей голове моментально. About past things that happen, it's all in our head goes through really quickly. Знаете, сидя сейчас здесь, вы можете в своем разуме находиться на каком-нибудь побережье, как будто вы загораете. Sit here and you can think that you're tanning somewhere on the beach. Мы удивительно устроены внутри. We're really built in a unique way inside. И Господь однажды в своем слове сказал такие фразы. 16 глава. Коротко скажу смысл. 16 глава. Коротко скажу смысл. Коротко скажу смысл. Когда Бог попросил Саула поставить царя, Самуила, то Самуил смотрел, как вы помните, он смотрел на внешнее. And the Samuel, he was looking on the person from the outside. Бог сказал ему удивительные слова. And God said to him this really interesting word. Я не смотрю на внешнее, не смотрю на рост человека, на его I look strictly to the heart. Бог желает быть в
нашем сердце. God has a desire to be inside чтобы of our во всех наших внутренних, во, во всем нашем внутреннем мире. So inside of us, with all the things that we worry about, with all the things that we worry about, страхах, with all the fears, сомнениях, all the doubts that come, радостях, with all the joy that come, вдохновениях, all the encouragement that happens, чтобы во всем этом присутствовал Он. So in all of this, His presence would be in the midst of it. Мы видим много библейских героев. We see a lot of heroes from Bible. Они совершали потрясающие вещи. And they committed such awesome, unique things. Моисей, Иосиф, Даниил. Много можно перечислять облако свидетелей. You can just go, there's so many of them. Они все совершали победы. They did have so many victories. Но об одном из таких героев Господь сказал удивительные слова. But about one, the Lord said this really interesting word. Он сказал: «Нашел я человека по сердцу своему». According to my heart. Он нашел, и это речь идет о Давиде. And it talks about David. И если посмотреть на жизнь Давида, and if you look at the life of David, то можно подумать: «Господи, как?» You can think, Lord, он так много делал ошибок. He done so many mistakes. А если прочитать все его псалмы, and if you can read all of как много psalms, страхов, there is как so много much сомнений, как много борьбы, so much doubt and battles. Но знаете, Богу нравилось, but you know what God liked? Что во все эти ситуации in all of his circumstances, он приглашал его. He invited him. Он не прятался. He wasn't hiding. Не запихивал, знаете, иногда у нас приходят какие-то страхи, сомнения. Мы пытаемся это спрятать, глубоко запихнуть в свое сердце. Sometimes we have doubts and fears. Я не такой, я не такой. И мы храбримся. I'm not like that. I'm not afraid. And we're afraid. А Господь говорит, and the Lord says, не прячь это. Don't hide открой that. Предо мной. Open that up before me. Открой свое сердце. Open your heart. Не стыдись меня. Don't be embarrassed. Не стыдись меня в своей борьбе. Don't be embarrassed of me in your battle. Не стыдись меня в своих поражениях внутри, в своих разочарованиях. Don't be discouraged in your destruction. Будь открытым предо мной. Be open before me. Это знаете, как Адам. You know, it's like Adam. Который был, жил в Божьем присутствии. Who was living in God's presence. Самое лучшее. The best thing Бог сделал для человека, Он дал ему свое присутствие. The best thing that God done for a person, He gave him His presence. Это как, знаете, птица не может летать без воздуха. Птица не может летать без воздуха. And the birds cannot fly without air. Так и человек не может жить без Божьего присутствия. Same person cannot live without God's presence. Мы созданы жить в Нем. We are built and created to live in His presence. И когда у Адама произошла трагедия, and when Adam had a tragedy, вместо того, чтобы открыть, Мы знаем, Адам спрятался. Сегодня мы можем жить по-другому. Мы призваны жить по-другому. Потому что через жертву Иисуса Христа Бог вышел из святого святых. He left His holy of holies. Завеса в храме разорвалась сверху донизу. And the curtain was ripped from the bottom. Его присутствие открыто для нас. And His presence is available to all. И Писание говорит, что тайна сия велика. And the word of God says that this secret is great. Христос в вас. Christ is in you. Христос пришел в наши сердца. Christ came и Он живет внутри. And He lives inside. И нет ни одного уголка there is not one corner нашего сердца, in our heart, который нам стоит от Него прятать. That we need to hide from Him. Он хочет быть участником нашей жизни. He wanted to participate in во всех вопросах. In every areas. В любом месте. In every situation. Давайте вспомним один случай. Let's just go and think about this one thing that happened. Эта история описывается в Евангелии от Луки. And that's the book of Luke. В 7 главе. In this chapter 7. Достаточно много уделяется этой истории. There's с 36 по 50 стих. Но это вам домашнее задание, то вы можете меня проверить. Правильно я вам расскажу или нет. Am I going to tell you the correct or not? Иисус ходит с учениками. And Jesus walking with his disciples. Ученики видят много чудес. And disciples see so many miracles. Много ученики не понимают. And many things they don't understand. И происходит одна интересная ситуация. And this interesting situation happened. Когда Иисуса возлежит. And then that Jesus was just laying down. Другими гостями. И в это время and at this time, врывается в этот дом женщина. And this woman come forth into this house. Возлежит. And then that Jesus was just laying down. Другими гостями. И в это время возлежит. And then that Jesus was just laying down. Другими гостями. И в это время and at this time,
врывается в этот дом женщина. And this woman come forth into this house. И написано, встав позади у ног Иисуса, and it says she was standing behind by Jesus' feet. Она упала к его ногам. She fell down by his feet. И она стала плакать. And she started crying. На его ноги. Вытирать волосами. And start crying on his feet and wipe it down. И еще смазывать маслом. And also put oil. Фарисей Симон говорит. And then Simon says. Внутри себя. Inside of him. Мы же внутри сами с собой Because разговариваем. Because we talk to each other inside of us, right? И он внутри себя сказал: о, если бы Иисус знал, какая женщина к нему прикасается, kind of он бы что у него дальше могло быть в голове? Он сказал, what он подумал, она бы вот, он бы ее отверг, он бы ее вышвырнул отсюда. Что это за человек? Ну, то есть он осудил Иисуса. So he was judging Jesus. Но Иисус знает, что в сердце человека. Jesus knew what's inside of a person. В этот момент он начинает диалог с Симоном. And he start dialogue with Simon. И вы знаете, там он приводит ему пример. And you know, he's обращение 500 динариев, 50 динариев, кому больше прощено. About the forgiveness and about denaries. Но я не хочу вдаваться в подробности. I'm not gonna get into the details. Просто мы можем с вами сделать небольшой анализ. We're just gonna analyze this. Давайте посмотрим на эту женщину. Let's just look at this woman. Знаете, мы иногда прочитываем вот эти истории очень быстро. Sometimes we just read the stories really quick. Но иногда Дух Святой говорит, остановись и поразмышляй. Sometimes Holy Spirit says, stop and think about this. Что переживала эта женщина? What this woman was находясь в этой ситуации? When she was in the midst of the situation. Написано, плохая женщина этого города. It was saying that she was была известная really bad woman in the city. В этом городе ее считали все плохой. She knew that she wasn't really a good person. Но она прибежала к Иисусу. But she ran towards Jesus. Потому что это был единственный человек. That was the only person. От которого исходила любовь. The love was flowing. От которого не исходило осуждение. And he did not have that condemnation or judgment against her. Любой, кто мог встретить ее в городе, смотрел на нее с пренебрежительным взглядом, взглядом осуждения, унижения. А взгляд этого человека давал ей надежду, давал ей принятие. И знаете, она преодолела все традиции. Потому что, когда Симон пригласил мужчин в свой дом. Simon invited all the men into his house. Женщины не могли возлежать за столом. Women could not come and sit at the table. Вместе с мужчинами. Together with men. Эта женщина, она не посмотрела на общественное мнение. And this woman did not look at the opinion of any Она жаждала встречи с Иисусом. She had a desire to meet Jesus. Она бежала к нему. She was running towards him. Через всю эту внутреннюю борьбу. Through against all of the fight that was inside. Через внешнее осуждение. Through all the condemnation and judgment. Через внешние традиции. To all the traditions and all the rules that she had to follow. Она хотела открыть свое сердце. She wanted to open up her heart. Для того единственного. But the only one. Кому она увидела выход. That she saw the way out. И когда она упала к его ногам. And when she fell by his feet. Знаете, как они возлежали? Вот они возлежали за столами, вот скажем вот так, вот стул. There was just и a table. Ноги были вот так сзади. And their legs were just kind of а лица были back. Повернуты для круга общения. But their face were facing поэтому написано, она упала сзади к его ногам. Because it says that she fell on the back for his она даже не могла видеть его лицо. She did not see his face. Но потом, когда мы с вами читаем, But then when we read очень многие слова сказано так. Иисус, обратившись к женщине. And it says that Jesus turns toward the woman. Знаете, когда Он обращается к нам, you know, when he's also turning towards us, Он хочет, чтобы мы видели Его лицо. He wants us to see His face. Чтобы мы видели Его лицо. So we would see His face. Его глаза. His eyes. Полные любви. Filled up with love. Полные внимания. And the full of attention. Заботы. And care. И он никогда не отворачивает своего лица. He never turns away his face. И когда эта женщина, And when this woman, открыв свое сердце, when она излила свою душу, she poured out her soul. Она принесла свое раскаяние через эти слезы. She brought her repentance to her tears. Возможно, она не говорила, знаете, традиционных слов «прости, прости, прости». Maybe she did not use traditional words «forgive, forgive». Открыла свое сердце. She just opened up her heart. И написано, она целовала его ноги. It says she was kissing она his feet. Целовала его ноги. She was kissing his feet.
Когда Иисус стал разговаривать с Симоном, Он показал контраст. He's showing this little contrast между этими двумя людьми. Between those two people. Этой женщиной и фарисеем. Between this woman and the Pharisee. Он сказал, когда я пришел в твой дом, He said, when I came to your ты мне воды не дал. You didn't even give me water. Ты мне целования не дал. You didn't even kiss me. И ты мне маслом не помазал. And you didn't even put oil on me. О чем говорят эти слова? What is this word saying? По восточной традиции. In the Eastern tradition, любой гость, который входил в дом, any visitor that would come, он должен был получать эти знаки внимания. They would have to receive this kind of attention. Вы помните, стояли сосуды всегда у входа, где нужно было мыть ноги. Where they would wash someone's feet. Где нужно было поприветствовать человека. When you would hug someone. Целование дать, оказать внимание. And you will pay attention to the visitor. И маслом они мазали руки там или and на голову куда-то мазали. They would put on their hands or maybe on the head. О чем это нам говорит? Когда Симон, фарисей, приглашал Иисуса в свой дом, знаете, вроде он хотел, чтобы Иисус был в его доме. Вроде бы он сделал это приглашение. Но он нисколько не выделил его как почетного гостя. Просто иди, заходи, вот просто садись. Этого для тебя достаточно, чтобы ты присел за наш стол. Он абсолютно пренебрег. He was just really disqualified him. И поэтому Иисус поставил контраст. So that's what Jesus showed us this contrast. Сказал, а эта женщина, and he says, but this woman, она сделала все. She did everything. От самой себя. From herself. От всего своего сердца. From her whole heart. Знаете, в нашей жизни, you know, in our lives, бывают разные моменты. There's different kind of moments. Может быть, мы хотим, чтобы Иисус был в нашем доме. Maybe we want Jesus to be in our house. Это хорошо. That's really great. Thank you, God. Мы хотим, чтобы Иисус был в нашем бизнесе. We want Jesus to be in the midst of our business. Да, и аминь. Yes, for sure. Мы хотим, чтобы Иисус был в нашем служении. He wants us to be in our ministry. Когда мы садимся за стол, мы хотим, чтобы Иисус был с нами за столом. When we go to the table, we want Jesus to be there with us. Когда мы садимся в автомобиль, мы хотим, чтобы Иисус был с нами в автомобиле. When we drive in our car, we want Jesus to be inside. Все хорошо и замечательно. That's great. Иисус желает быть в нашем сердце. And the desire to be in our heart. Симон пригласил Иисуса в свой дом. Simon invited him to his house. А эта женщина, она пригласила Иисуса в свое сердце. Jesus into her heart. Говоря о нашей внутренней жизни, talking about our life inside of us, она открыта перед Богом. She was openly before God. И нам не нужно прятаться. We cannot hide. We don't need to hide. Если мы открываем свое сердце во всех ситуациях, знаете, это нравится Господу. If we open our hearts in every situation, Ему нравится приходить и проводить с тобой время. He likes to come in and spend time. Ему нравится беседовать с тобой. He likes to have a fellowship. Или просто чтобы мы могли сидеть возле него. Or we could just sit right by him. Я слышала один раз такую историю. Один пастор рассказывал историю про свою семью. And one pastor was saying a story about his family. Он говорит, у меня несколько детей. He said, I have few kids. И когда я приходил вечером с работы, and when I get home from work, все меня встречали, everybody would greet him, обнимались, give hugs, мы садились за стол, they у нас get был a ужин, they had dinner. Все было хорошо и замечательно. Everything was wonderful. Потом я, говорит, уходил в кабинет, and then he would go to готовиться to prepare к какому-то событию, к собранию, for some church service. И, говорит, из моих троих детей, and from all of the three kids, один мой сын, one his son, это ему было 4-5, he was 4 or 5 years он old. Всегда заходил, he would come in, открывал дверь, he will open a door, и говорил, and he'll say, просто заходил, а я, говорит, поворачивался, and и говорил, сынок, and say, son, я рад, что ты пришел, но я сейчас занят. I'm happy that you came in, but I'm busy. Он говорит, папа, ничего. And he says, Dad, that's я okay. Хочу просто возле тебя посидеть. I'll just sit right by you, and that's all. И он мог садиться возле отца и просто на него смотреть. And he would sit сидеть, by his father, just look at час. For hours. И, говорит, Дух Святой мне сказал, and the Holy Spirit said to his father, он тебя очень сильно любит. He loves you so much. Он приходит к тебе просто быть с тобой. He just comes just to be with you. Точно так же я люблю вас. And so люблю тебя. God said, хочу, I love чтобы you. Ты мог приходить ко мне. And I want you to come with me. Просто быть со мной. Just to be with me. Наши встречи с Господом в первую очередь our encounter with God, first происходят of all, внутри наших сердец. Happens inside of our heart. Если Господь полностью заполняет
заповнить твоє серце. The Lord will fill up каждую уголок, every area in your heart, every room in your heart. Его слава His glory не сможет удержаться внутри тебя. Be able to stay inside. Твое сердце будет переполнено Его присутствием. You'll be filled up Его любовью. With His presence, with и His та love. Сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, and the power, the resurrected она живет внутри тебя. Lives inside of you. И эта сила, and that power, она готова и желает, Бог желает прорваться через and твою жизнь. God wanted to get through. Он желает вырваться наружу. And He wants to come outside. И чтобы не ты уже делал что-то, so а Он через тебя. But God would do it through его силе, в Его помазании, в Его мудрости, Его любви. His wisdom and His love. Он приготовил великое для каждого. He prepared something so и именно для тебя. One, and specially for you. Пусть эти крепкие отношения с Богом, and like a strong relationship with the Lord in your heart, укрепляются еще больше. Stronger even more. Аминь. Amen. И давайте мы склоним голову. We're just gonna bow our head. И коротко помолимся. And we're gonna shortly pray. Дорогой Отец, Dear Father, мы благодарны Тебе. We thank You за Сына Твоего Иисуса Христа. For Your Son Jesus Christ. Мы благодарны, что через Его жертву We thank You through His sacrifice Ты вернулся You came back внутрь нас inside of each one of us. И теперь внутри нас And now inside of all of us живет Иисус Jesus Christ lives. И мы просим Тебя, Господь And we're asking You, Lord укрепи Straighten нас во внутреннем человеке all inside of us. Укрепи каждого своего ребенка to straighten each child of yours. В этом присутствии, in this presence, в этой силе, and in this power, в этой любви, and in this love, потому что ты так сильно любишь нас, because you love us so much, и ты желаешь быть с нами, and you have a desire to be with all of us, чтобы мы были в тебе, and so we will be all in you. Благодарим тебя, and we thank you, и превозносим твое великое святое имя, and we lift your holy name, да будет тебе вся честь and love and honor and glory, во веки веков. Forever. Amen. Amen. Alleluia.